Здесь все как на мировых соревнованиях. Та же периодичность раз в 4 года, тот же огонь в глазах спортсменов и тоже стремление к победе. И хотя многие воспитанники 71-го детского сада не застали первые Олимпийские игры, вторых ждали с нетерпением. Так хорошо, что открылись уже, я их долго ждал. Будут проходить соревнования по зимним видам спорта: лыжные гонки, санный спорт, хоккей и другие. В малых Олимпийских играх, которые в дошкольном учреждении проходят уже во второй раз, принимают участие воспитанники сада, его сотрудники и даже родители. Спорт, как и положено, объединил всех на пути к общей цели. Здесь российский флаг не под запретом, и патриотические песни поют хором. Россия, Россия, об истории Олимпийских игр, символическое зажжение огня, и можно переходить к главному – соревнованиям. О спорте воспитанники 71-го детского сада знают не понаслышке. Многие из них не ограничиваются занятиями физкультуры в дошкольном учреждении. Каким спортом занимаешься? Я подтягиваюсь и еще отжимаюсь. А каким видом спорта хотел бы заниматься? В бассейне. Я люблю заниматься пеком, и еще я люблю делать зарядку. Я ходил на футбол, ну еще я там забивал мячи прям в ворота. А чем тебе понравился футбол? А мячами. Спортивные, смелые, ловкие, умелые – все это про воспитанников детского сада номер 71. Первый соревновательный день показал – они готовы идти к победе, несмотря ни на что. По итогам Олимпийских игр спортсмены, показавшие наилучшие результаты, получат грамоты и призы.